На улице 70 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. На регулируемом пешеходном переходе в районе мини-маркета 16-летний подросток попал под автомобиль. Юноша пересекал проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не успел вовремя остановить транспортное средство. В результате ДТП подросток получил незначительные ушибы. Медики оказали ему помощь.